461 миллиард долларов – годовой оборот контрафактной продукции в мире. Сколько теряете вы? Цифры по отраслям. Алкоголь – 40%, легкая промышленность – 35%, парфюмерия и косметика – 20%. Это не только удар по экономике, но и огромный риск для потребителя и угроза легальному бизнесу. Технологии компании «Микрон» позволяют решить эту проблему раз и навсегда. RFID-системы контроля применимы практически к любым отраслям. Товары маркируют уникальными RFID-метками с заводским номером, который невозможно подделать. Покупатель проверяет подлинность товара в момент покупки и полностью защищен от подделок. Контролируйте контрафакт. Защитите бизнес от убытков.